В четырехэтажном доме по адресу Профсоюзная, 33, жил первый президент Бурятии. Потому в память о Леониде Потапове именно здесь установлена мемориальная доска с его изображением. Трудно, да, наверное, невозможно переоценить вклад, личный вклад Леонида Васильевича в развитие нашей Бурятии, нашего Улан-Удэ. Его трудолюбие, его ответственность, его такое отношение к делу знакомы многим улан-удэнцам. Леонид Васильевич умел выслушать людей, вникнуть в суть проблемы, старался помочь каждому. В 1990 году был избран первым секретарем обкома Бурятской АССР, затем стал председателем Верховного Совета, а в 1994 году избран президентом на первый срок. Леонид Потапов руководил республикой 17 лет. 12 ноября 2020 года его не стало. Первому президенту Бурятии было 85 лет. Он категорически отказывался. Бурятия и все, Бурятия. Он очень любил свою родину. Особенно свои места, это Аргада, Курумкан, где у него прошло детство. Для нас Леонид Васильевич был настоящим сыном земли бурятской, настоящим патриотом. Это подтверждает его дела как на производстве, где он работал на РУЗ много лет, как политика, как руководитель республики. На торжественной церемонии память первого президента Бурятии почтили родные и близкие, первые лица республики, коллеги, к мемориальной доске пришедшие возложили цветы. Инесса Дондукова, Жаргал Цариндашиев, новости дня.